Вот как-то так. Выделенным цветом, вот он. Это тяжелый. Это 3 балла желтый. Это 5 баллов. На поиск точек дается каждому 6 часов каждой команде. Непредсказуемо сейчас. Но думаю, что тяжело будет в любом случае. Стартовый створ видели? Разгоняйтесь. Маленько там по частине класс показали. И в лес повернули. Ровно в 9:30 стартовый.